Летом на даче всегда немало работы, которая требует физических усилий. Вы весь день на участке под палящим солнцем пилите, гребете, поливаете, садите. В этот период как никогда важно позаботиться о безопасности глаз. Сегодня я решил рассказать о том, какие травмы глаз можно получить на даче и как себя защитить. В быту дачники сталкиваются с разными видами повреждений глаз. Чаще всего это химические и термические ожоги, попадание посторонних предметов и контузии. Они могут иметь разную степень тяжести. Так наиболее часто пациенты обращаются к врачу с ожогами глаз. Здесь мы видим абсолютно здоровый глаз человека. Ну а здесь ожог. Глаз краснеет и текает, появляется боль. А какую первую помощь необходимо оказать при ожоге глаза? Первая помощь при ожогах глаз. Необходимо устранить агент, вызывающий повреждение глаза. Затем промыть глаз водой проточной. Закапать при возможности дезинфицирующие капли. Затем наложить повязку и обратиться обязательно к врачу-офтальмологу. Реальная опасность существует, когда вы пилите дрова или работаете болгаркой без специальных очков. Часто с подобными травмами обращаются к офтальмологу на третий-четвертый день, когда металлическая щепка уже приводит к осложнениям язвы или воспалению структур глаза. Крайне опасные повреждения острыми концами веток и колющими инструментами. Толщина стенок глазного яблока мала, а их сквозное повреждение ведет к сложным комплексным травмам глаза. А как оказать первую помощь в случае повреждения глаз колющими предметами? Среди повреждений органа зрения встречаются травмы колющими предметами. При такой травме необходимо в первую очередь не удалять инородное тело самостоятельно, наложить на глаз повязку и при необходимости выпить обезболивающий препарат и обязательно обратиться в срочном порядке к врачу-офтальмологу. Правило номер один. Чтобы не испортить зрение во время дачного сезона, не касаться глаз руками во время прополки, аккуратно и с использованием защитных средств заниматься строительными и ремонтными работами и опасаться насекомых. Хорошо, если в вашей аптечке будут антисептические глазные капли и стерильные марлевые салфетки. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ.